Пока это только проект, но вскоре на улице Фрунзе появится памятник почетному гражданину Самары Эльдару Рязанову в сквере рядом с домом, где родился великий режиссер. На его фильмах выросло не одно поколение, и теперь для поколений следующих в Самаре оборудуют сквер, названный именем легендарного кинематографиста. Здесь появятся зеленые кустарники, лавочки, урны, уличное освещение. Работы начались 2 недели назад. Они выполняются по заказу городской администрации. Сейчас в сквере кладут тротуарную плитку. В районе 420 квадратных метров устройство плитки. И также была отремонтирована еще дворовая территория рядом, которая находящаяся. Там порядка 480 квадратов покрытия асфальтобетонного было поменено. Гарантию на ремонт сквера Рязанова подрядчик дает 5 лет. В сроки укладывается. Завершить работы планируют уже на следующей неделе. На каждом этапе ход ремонта контролируют кураторы из подведомственного учреждения Департамента городского хозяйства и экологии. Мы производим контроль качества по укладке плиточному покрытию, по толщине основания песчаного щебеночного и по установке бортового камня, чтобы бетонирование было качественно. Предполагается, что новый сквер станет частью музейного комплекса, посвященного режиссеру. Часть экспозиции в доме, где жил Эльдар Рязанов, планируют открыть уже в декабре. Тому, что в городе появится еще одно место отдыха жителей Рады. Зенит – это всегда хорошо. Во-первых, это экология, это свежий воздух, и это очень приятная атмосфера, во-первых. Самарским парком и сквером в преддверии чемпионата повышенное внимание, особенно тем, что располагаются на гостевых маршрутах. Сейчас также в порядок приводят Струковский сад, Шанхай, скверы на площади Куйбышева. Алина Чемерс, Григорий Плешаков, события.